Через неделю состоится самая ожидаемая свадьба года. Британский принц Гарри поведет к алтарю свою возлюбленную американскую актрису Меган Маркл. Как идет подготовка и как будет проходить торжество, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Эта свадьба будет очень скромной по королевским понятиям, потому что, в отличие от старшего брата, принц Гарри вряд ли когда-нибудь станет королем. Сейчас он шестой в списке наследников престола. Все торжества пройдут не в Лондоне, как это было во время бракосочетания Уильяма и Кейт, а в Виндзоре. Здесь расположена загородная резиденция Ее Величества. В самом городке приготовления идут полным ходом. Прежде всего, заботятся о безопасности. Уже расставили огромные бетонные блоки, которые должны уберечь людей, прибывших посмотреть на торжество, от возможного наезда транспорта. Виндзор поражает праздничным убранством. Город также наводнили репортеры, операторы и фотографы. Очень большая честь, что свадьба будет проходить именно в нашем городе. Мы гордимся, что стали домом для королевской семьи более чем 1000 лет назад. Мы ежегодно принимаем 7,5 миллионов туристов, а в следующие выходные надеемся побить рекорд. Финансисты подсчитали, что королевская свадьба принесет в казну Великобритании около 260 миллионов долларов. Это и прибыль от отелей, и заведений общественного питания, продажи билетов на самолеты и поезда. К тому же молниеносно распродается вся сувенирная продукция. Это и ручки, и кружки, и футболки. Ну а что касается непосредственно торжества, то программа дня уже известна. После венчания в часовне Святого Георгия пара прокатится в открытой карете по улочкам Виндзора, чтобы уважить туристов, которые приедут не только со всей Британии, но и всего мира. Потом молодожены отобедают в Виндзорском замке в обществе 600 гостей, а уже вечером состоится праздничный ужин. Его организовывает отец жениха и будущий король. У принца Чарльза соберутся только самые близкие, всего 200 человек. Что касается медового месяца, то Гарри и Меган отложили его на некоторое время и к исполнению королевских обязанностей вернутся уже через неделю после свадьбы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».